Здравствуйте, ребят. Продолжим. Может быть, кстати, сегодня добью, я не знаю, но я недолго буду играть тоже часа два. Надеюсь, звук есть, все нормально. И Господь сказал, ты не глаз свой... Здорово, Фризибаф. Ты прям по расписанию приходишь. А я есть где? Вообще нахожусь. А, я на лифте поднялся. А я не пойду. Я не пойду. Я знаю, что будет в том колодце. Я не пойду туда. Outlast 3? Что, простите, такой игры нету? Ты про вот эту вот хрень, которая скоро выйдет или уже вышла? Даунпур или что, как он там называется? Спин-офф. Кстати, ну может быть на самом деле. Расчехлю шлем свой. Забыл включить долбаную камеру и ни хрена не снял. А почему у меня рука белая, а при этом вокруг темно? В этой игре нужно снимать все. А, дрочить надо, простите. Забавно, рядом нормальный фонарь есть. Блокируется. Ой, послушайте, ребят, пойду я все-таки себе газировочки налью, а то я чувствую, что я немножко того. Мне понадобится минуты три. Там еще просто, ну не три, там лед надо просто положить, а лед он немножко такой холодненький.
полная кружка льда. Шо? Я стал с вами. Лед, кстати, делаю, если это кому-то нужно, не из воды из-под крана, а из воды из фильтра, и она довольно приятная. Ой, сразу трескаться. Причем я его вскипятил, эту воду, перед тем, как ее класть, ну, замораживать. Но она все равно, сука, непрозрачная. Хотя говорят, что если воду вскипятить, то она будет прозрачной. Ни хрена это не работает. Ну, выглядит, конечно, немножко почище. Чуть-чуть. Мне кажется, чтобы вода была идеально прозрачно чистая, она должна, ну, в смысле, лед. Он должен быть, ну, я не знаю. Ну, реально дистиллированную воду надо наливать. Ну, вы сами понимаете, дистиллированную воду пить немножко нельзя. Конечно, ее можно разбавить солью. Так, что я делаю-то? Да почему блокируется-то? Я что-то здесь, может, не взял? Кстати, класс достаточно светлый, на удивление. Ходить. Не ори. Да какой Silent Hill? Нет, это... Тут все намного адекватнее. Хотя связь, конечно, имеется. How the fuck do I get out of here? It says he was only his only enemy shelf that the lion and she left it for the marine. Ее съели. Херовые текстурки у этих рук. О, здрасте. Пошел вон. Выпустит мою кровь во дворе? Он сказал, вы слышали? Он сказал, во дворе. Это значит, здесь он меня убивать не будет. Слушай, убил. Здорово, мужики. Я вижу, у вас тут вечеринка. Я, пожалуй, воздержусь от нее. Бегом, ёб твою мать, бегом. Только куда? А вот так. Я гений, да? А куда здесь идти-то? Мужик! Оба! Перепрыгнул. Раз. Зашел. Закрыл. Закрыл. И...
Прыгнул. Прыгнулся. Пошел. Фига себе. Ты потом мне, пожалуйста, пришли фотку котят. А, вот сюда. А я бегу, 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 бегу. Я сказал, я бегу. Я пролез. Я завалил эту херню. Мы прошли этот фрагмент. Да пошел ты в жопу, мужик. Здесь, в этой игре, по идее, как-то можно прятаться под кроватью, но что у меня, что у Гита, вот, например, вчера это не получалось, и я не знаю почему, такое ощущение, что... О, я не понял как, но если убрать камеру, то я каким-то образом смог залезть бочком под... Ой, не знаю. А! И! Импортозамещение. Алок. Алок. Библос. Я не знаю, как это прочитать. Я только сейчас понял, что у меня камера отзеркалена, когда я посмотрел на название воды. Короче, в этой игре как-то можно именно ползти, но я не понял как. Блин, этот чел там застрял теперь. Сидим здесь. Почапали! А, тут еще один, боже. Ясно, понятно.
Сейчас, подождите, я еще раз управление гляну. А, С, господи! С, боже! Я привык, что С это ползти, как в этом. Черт, здесь это хрень. Я чё, ползу, что ли? Да. Ай-яй-яй-яй-яй, убили. Убили, сука, замочили. Наконец-то я увидел эту анимацию хотя бы раз. Как же смешно он ползет. Не надо, дядя, не надо! Не надо, дядя! А, черт! А я знаю, что они сюда уже не пойдут. Они тупые. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Странно, что они сюда не идут. Началось.
Господь знает, что я сделал, и он заставляет меня смотреть на это, когда я слаба или испугана. Не моя вина в том, что Иуда не умел плавать, или в том, что он чувствовал ко мне похоть. Я бы спасла его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневаюсь в тебе, Боже, но, пожалуйста, перестань мучить меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Я не могу больше смотреть, как он тонет. Прими мою смерть как покаяние, ведь я ношу ребенка... папы Нота, и меня терзают страдания, каких я никогда раньше не знала. Ребенок в моей утробе определенно дьявол. Об этом можно судить по являющимся мне кошмарам и мучениям. Я твоя. Головка от... Ну, вы поняли. Я так понимаю, мне... Да. Побежали. Не-не-не-не-не, ни хрена ты меня не взял. Это меня кто-то коцнул, что ли? А, это там эти, вилы кто-то проткнул. Ну не вилы, а вилами проткнул пол. Ай-яй-яй! Как свинья в масле, неплохо. Пожалуйста, не лезьте со мной. Пожалуйста. Бумага на вес золота, не на использование для других нужд, кроме переписывания проповеди папы, проповеди Нота, нужно получить разрешение священника. Кража или порча бумаги будет караться кровавым наказанием. Здорово, мужик. What the fuck? Am I losing it? Чел, ну то, что ты тронулся, это однозначно.
цель. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его как гарантированный вход в рай. Запомнить, в раю нет боли. Отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Вы можете не знать, что сами являетесь врагом. Ваш страх – инструмент врага. Господь знает лучше. Привлечь, изучить. Кит спас Иоанна от утопления. Иисус в пустыне с сатаной. Авраам убил Исаака в сердце. Проект. Жребий ангелов. Кто будет врагом? Дичь на дичи. Дичь на дичи. Ой. Оказывается, так не стоило выходить, я понял. Но я уже вышел. Мамочка, мисс Карсон сказала, что нельзя рассказывать о том, что они будут делать. Но она не сказала, что нельзя писать. Пожалуйста, не дай им убить меня. Я люблю тебя и папочку Джулиана. Я не понимаю, почему фепсы в этой игре не поднимаются выше 80 ни разу. А по какому поводу молимся? Интересно, если начать игру заново, у меня тоже будут низкие фепсы? Просто если будут реально низкие фепсы, то тогда это у меня какие-то проблемы. А не в игре, они вдруг начались на каком-то уровне. О, это я только-только этот мост преодолел. Боже ты мой. Сейчас я прочитаю эту записку. С этим небольшие проблемы из-за этой бабы. О, я знаю, что здесь сейчас будет. Так. Глава 10. Затем Бог показал мне работу, которую нужно выковать на наковальне храма врат. Клинок заточенный так, чтобы перерезать глотку паукообразного ангнца. И собрался и собрал я учеников моих с земли Аль-Баркука и из города Святой Веры и среди бессильных сторонников апокалипсиса в Лос-Амалос. Все время преследовали нас мытари и сборщики налогов. Затравлены мы были и измучены, и блуждали стадом по пустой земле, и племя наше увеличилось, продвигаясь все дальше. Господь дал Иезекиилю больше жен, чем братьев, хотя я никого не отверг, ни вора, ни блудницу, ни насильника, ни наркомана, ни убийцу, ни педофила, ни калеку. И попросил я у Господа совета в искушении многих жен и голос крепкого вина. Сказал, не познай ни Авраама, ни Иакова, ни Давида, ни Соломона. Велено тебе не делать женщину соперницей, сестре ее, не раскрывать наготу одной, пока жива другая. Также велено тебе не делать дочерей своих соперницами, матерям их, пока не созреют они или пока старшая жива. И от жен и дочерей твоих появятся великие воины в покрывалах сходящим оружием. И делом твои...
и делом твоим, наверное, будет приумножать. Делать детей от легиона женщин и детей от этих детей. И от тех детей, пока не станет нацией род твой. Ибо из нации твоей появится враг. Господи, мне искренне жаль за оскорбление пророка. Я ненавижу эти грехи, потому что я обижаю тебя, славного Господа моего, заслужившего моей любви. Я заслуживаю наказания и дорожу им, и прошу еще, пока не заслужил твоей милости и милости пророка Нокат, чтобы больше не грешить. Понятно. Опа. Опа. Хорошо. Сколько у меня батареек? 4 штука. Все, я в домике. А где она? Можно было реально сейчас немножко... Опа! Я снова в домике. Или нет? Эх, не получилось. Ну, началось. Не ори на меня. Ой-ой-ой! Оба! Оба! Я хитрожопый! Как один товарищ пошутил. И сейчас она такая ворота открывает просто вот так вот. Такой, ты что, и того, что ли? Наконец-то мы добрались до Чоч. Chapel is supposed to be sanctuary. Дорогой Тайзер. И
закрываем нахрен за собой дверь. Преподобному пророку Салливану Ноту от Лэнда Байрона, как записано ником Трэмбли. Благодарю вас за дополнительные экземпляры. Экземпляры ваших проповедей. Я подарил их тем своим ученикам, мозг и глаза которых еще не поражены, и которые могут читать. Но нам нужно больше вина для причастия, для успокоения от страданий и обеззараживания наших ран. Мои ученики жалуются, что ты обещал больше, чем дал. И хотя я могу довольно легко управлять ими уверенным тоном моего голоса и тяжелым кулаком моего ездового животного, я предпочитаю путь доброты. Ты любимец Господа, и сей твой дар для всех нас, Лэрд. My name's Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. Noth is coming back. Надпись Иуда. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. We found her. Здорово, жирный. Ну это к слову о проработке игры. Он настолько скриптованный, что он даже не материален. We found her, Isaac. Time to flee amongst the skulls, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary? Oh, God. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. In the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Jesus. Your God
That's American. Это что вообще за анимации такие убогие? На дебе, кстати, по-моему, отрываются только руки. А не все сразу. О, сиси. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Я не понял, что они с ним сделали, он просто так смешно по нему бил. Понятно. А мне вообще куда? Теперь. Этого я не помню. Здесь я вроде как не был. Упс. На всякий случай. Ой. Ну, тут все дети немножко мертвые, совсем чуть-чуть. Что-то орут там, меня это не сильно волнует. Глава 2. В связи с этим соберитесь силами, чтобы услышать, подготовь свой разум, будь открытым и воздержанным в ожидании откровения, покорным, как ребенок перед родителями, как родители перед пророками, как пророки перед Богом и его ангелами. Ибо несколько, ибо насколько ты знаешь, ты не был сделан нетленным золотом, как есть ложь традиции, полученная от твоих родителей, не получивших непорочную кровь. Род... Спасибо. Род Адама испорчен по ту сторону спасения родом Каина, обрезанного, но тайного упрямца, с неверием в сердце и выросшего в недуге от похоти твоего отца. Те, кто воистину осквернили откровение Авраама Иисуса, Назарина и Абу Аль-Касима, Мухаммеда ибн Абдуллаха, ибн Абд Аль
Муталиба ибн Хасима. Обреченные попасть в ад евреи, обреченные попасть в ад христиане, обреченные попасть в ад мусульмане, которые посеяли проклятие в ожидании урожая. Но не воспринимайте пустые разговоры ваших родителей и проводите время в страхе, не приспосабливаясь к невежественной похоти. И когда будешь призван к ответу Господом, защищай его рай, пролив кровь из сердца паукоглазого агнца, врага нерожденного князя лжи, ибо верь тому, кому было откровение. Будь святым, ибо я свят. Это игра Outlast. Ну, я так скажу. Это просто штат Алабама. Хотя в игре Аризона, но можно сказать, что это и Алабама. Ой. Нет, ты меня не видел. Девятое марта. Ясное небо. Что? А, ясное, наверное. Этим утром с лезвием встретилось еще 6 моих детей, хотя они от моей плоти. Я рыдала, словно на заклании выводка своих собственных львят. Я разрезала горло Маркуса так глубоко, что нож достал до позвоночника, но он все еще корчился в костре. А папа улыбался и пел о собрании у реки. Все голоса в храме врат слились в один хор. Только одного голоса не было слышно, и это было заметно. Господь уже ответил словом или делом. Господи, дай мне ответ, исполни обещание своего пророка. Мы сделали жертвы земле, полив ее кровью, и небо отравив в небе дым сожженной плоти. И эта продолжительная тишина сама по себе послание. Любит ли Господа кто-нибудь так, как я, так часто, как я? Так, ну допустим, под кровать я заполз. А чё он сам-то не встает? А эта дверь, походу, какая-то не по... не знаю. Ее нельзя открыть. Здорово, мужики! Я так понимаю, вы здесь меня не достанете, да? А, они просто сквозь... Боже. Это, кстати, не луна светится. Fire,
Ай! Надо колесо остановить. Я не помню, где он. I can pass through if I stop the watermill. Например. Should do the trick. Что за странные звуки сейчас были? Ну, здорово, мужики. Оба! И я здесь. Ой, ты продолжаешь за мной идти? Черт! А вот это проблема. Тогда я уматываю вот сюда. Они там какой-то бред несут. О, батарейка. Слушайте, ну шесть батарейки, имеет смысл перезарядиться. Глава первая. Слова Салливана, который будет новым Эзекиилем, пророком, который проведет, поведет разбросанных и узурпируемых незнакомцев падшего Христа в украденный Сион племен Пуэбло, Хикарилья, Мескалера и Наваха, избранная по признаку крови, пролитой в откровении предвидение врага у врат и полуразрушенных городских стен и повиновение крови Господа Иисуса Христа. Божья благодать для тебя, но не покой.
А, ему, ослепленному, испорченным наследием оскверненной веры, вавилонские лжецы и вавилонские блудницы народили дьявола, который является лжецом и отцом лжи, ибо вся плоть является травой для откармливания жертвенного быка или богохульного идола Баала или Гугаланы. Молоха на траву оставили увядать, она была удобрена кровью и даст семена... и будет расти, ибо семя пророка даст корни врагу, которого пророк может убить яростной ненавистью, которую выродок лжи породил в собственном грехе, очищенном собственной кровью, пролитой его отродьем. Ой, господи, у меня глаза что-то болят аж. Я от этого текста и... Я не люблю, на самом деле, читать что-то на темной теме. Ага. Ой, сейчас что-то, по-моему, веселое будет. Но я не помню, здесь ли. Сейчас все будет. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Meat hung. Да, в Ахиллесова прям сухожили. Причем так, знаете, ювелирно воткнули достаточно. Следовало бы помолиться за охлаждение. Сука. Что?
Можно спрятаться здесь. А он неплох. Что? Она же вроде в дверь ломилась этой бойне. А я туда иду, куда надо вообще? Ой, а вот это уже проблема. Минус пиписька. Ну ладно, я... Ой, ну не я. Ладно. Да, блин! Может, надо рашить? Типа вот так вот. Нет, не так. Да ёб твою мать, да почему здесь тупик-то, а? Ладно. А я бегу, 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 бегу. Нет, не бегу. Да чё ты гонишься-то за мной, а? Ладно. Я снова здесь. Например. Нет, убегу, я ска... Оба! Надеюсь, ей было больно. Кактус, сука, кактус, мать твою. Road to the mine is somewhere around here.
Господи, это нечитаемо. Дорогая Марта, моя возлюбленная, самый близкий, самый сокровенный друг с самого детства. Я знаю, твоя вера несовершенна. Я знаю, что старый червь сомнений терзает твое сердце, и слезы мывают твои щеки. Ты думаешь, что грешишь, совершая убийство, но услышь меня, так как я говорил тебе всем известным способом, ты согрешишь только, если ничего не сделаешь. Ты не посадишь на цепь бешеную собаку. Разве ты не ответственна за детей, на которых нападает эта сука? Если ты не раздаешь паука в его детской люльке, разве ты не ответственна за его ядовитый укус? Если ты оставишь огонь без присмотра, разве ты не ответственна за ожоги каждого невиновного? В любом случае, лень сделала бы тебя убийцей. Даже не пошевелив пальцем, ты все равно останешься ужасной убийцей, по мнению Господа. И еще каждая жизнь, которую ты не заберешь, можешь даже повергнуть врага, который убьет и уничтожит весь мир. И это убийство из лени. Враг яростен, злобен и голоден, словно ад. Держись. Толкни нож. Тебе не нужно прощения, потому что ты не грешишь. Знай, что храм врат нуждается в тебе. Знай, что я люблю тебя. Что Господь любит тебя. Нот. О, сейчас будет третья школа. Ой, а я, кстати, сейчас увидел, как текстурки переключились. Ну, бывает. Ой, начались эти глюки. Ой, там кто-то бегает. Овле. G минус G деленное на 2 равно сумма. Не могу прочитать сейчас сверху. 1 деленное на Z. I деленное на 2. Простите, я уже, наверное, не помню просто этих математических символов. Часы остановились на 12:30. Не глюч. Инри. Какие хорошие текстурки. Не, серьезно, прям вот. Это причем маленькая достаточно фигурка, а качество такое приличное. Закрыто.
Да что ж такое-то? Что за... Ау! Помню, как-то раньше этот щелик, он когда вбегал в камеру, он не так резко это делал. Чайник у кого-то, что ли? The Human Skeleton. Помню, йогурт такой был, скелетоны. Да. How the fuck do I get out of here? Я что, не взял ту бумажку, что ли? Сейчас возьмем. Я не понимаю, я взял ту бумажку, ребят. Ее здесь больше нету. No написано на пальце, отзеркалено. Может, тут есть еще какие-то бумажки? Ребят, походу, мне игра заглючила. А, во. Unforgivable. Yeah. Sounds about right. Понятно. И это ради чего? Yeah.
Так, а тут я уже был. Блокируется, да что ж такое? О, батарейка! Страшно! Я сейчас видел какие-то тентакли по краям экрана. По идее, я сейчас активировал скрипт. По идее. А, все. Наконец-то эти двери открыты. Сейчас будет... Ой. Там опять какие-то тентакли. А! Я специально сейчас не буду выключать свет, чтобы посмотреть этот скример. А я его смотреть не хочу, я его помню. А? Что? Да ёб твою... А, вот он. Но, кстати, что забавно, он сработал позже, чем надо. Всё, я вроде теперь могу уходить. Или нет? Закрой-ка я нахрен эту дверь. Патлин регуляр. 14-й. Ран. Интересно. Ой, кажется, наконец-то добрались до прокаженных. Путите меня, я опять застрял. Завтра, кстати, бухло стрим. Поэтому завтра, скорее всего, этой игры не будет. Но будет что-нибудь веселое, ненапряжное такое. Я только не знаю, что именно. Вот с четвертой школы начнется жопа. Но, кстати, FPS восстановились. На 144. Oh, Christ.
not that far. This isn't so bad. How many of them got in my mouth? My skin wouldn't stop itching. They were trying to lift me up. Вы бы хоть не делали такими плоскими. А, я, кстати, одну записку пропустил. Чё, про покажённых там было. До моста. Фух. Ладно, ребят, давайте я на сегодня остановлюсь. Что меня прям совсем вырубает. Завтра, соответственно, эту игру продолжим. Закончим, я даже надеюсь. Она не очень длинная. Всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.